Такая длинная очередь выстроилась на прием к психиатру. Мужчины, женщины, люди пожилого возраста и подростки переминаются с ноги на ногу в ожидании приема. Нервы при этом у многих на пределе, не доходя до кабинета. Люди приезжают за справкой уже не первый раз, не везет даже ранним пташкам. Я приехала в 7. Написано, значит, прием нас, то есть как бы мы несем свои деньги, да, куда они уходят, это, как они сказали, они деньги не нам идут. Я говорю, вы должны работать с 8 до 10, то есть у них ограниченное время, они начали с 8:30, типа у них 5-минутка, ну как это, заседание их не медицинское. Тогда, извините, продлевайте до 10:30, правильно? Нет, дойдите туда, там народу уйма. Вот у меня охранники работают, я там старшим в банке работаю. Тула, все эти города, Рязань, за один день все проходит, пожалуйста. Я сейчас приехал сюда, из Москвы, вот результат всей этой работы. Вот. Психиатр, как оказалось, не самый востребованный врач в диспансере. Такая же вереница людей, толчая в коридорах на прием к наркологу. Для того, чтобы пройти водительскую комиссию, устроиться на работу или получить разрешение на хранение оружия, нужно заключение специалиста. Уже 1.5 часа. Очередь не двигается. Вот мы на одном месте так и стоим. Мало врачей. Одно окно всего. Хотелось бы получше бы. И здание бы другое. Чтобы быстрее бы сидеть, вот видите, народ стоит, и негде сидеть. Не был алкашом, будешь алкашом. Не был психом, будешь психом здесь. С работы отпрашиваемся и стоим здесь 2-3 дня, стоим. То в одну очередь, то в другую посылают. У меня, да, учеба, я уже пропустила одну пару и, наверное, вторую тоже не успею. Вот так. А это уже касса. Услуги, предоставляемые в диспансере, по закону платные, а касса, как выяснилось, здесь одна. Хочешь, не хочешь, снова стой. Услуга не бесплатная, но за такие деньги можно было и как-то без очереди, чтобы было. Весь город вот подсказывает, область, и все вот к этому окошку. Как-то надо что-то, другое помещение, побольше врачей, чтобы сумасшедшие очереди здесь не получались. Как оказалось, напрасно измученные долгим ожиданием люди утверждали, что врачей в диспансере днем с огнем не сыщешь. Узнав, что приехала съемочная группа, нас сразу же встретили в коридоре. Очередь всегда есть. А очередь всегда есть. Конечно, в магазине очередь есть. Правда, руководство диспансера наличие проблемы отрицать не стало, решать ее намерены в ближайшее время. Планируем открытие еще 2, по крайней мере, таких кабинетов, которые будут оказывать эти услуги. Когда? В других точках города. Ну, запланировано на лето. Один кабинет мы открыли недавно, 2 месяца назад. Незначительно разгрузил это положение, но проблема остается по-прежнему. Объемы у нас большие.